в вашем теле, в вашем дыхании, вам подсказывали, что прямо сейчас делать. И вспомнить я предложил, когда мы говорили о боли, а что, если ты задышишь этой частью, которую вам предлагали, на какие состояния это похоже, какой характер будет, если я буду дыша полной грудью, жить дыша полной грудью. И примерьте, что это за способности, да, качества, и прямо сейчас их примерьте. Вселенская сила. Ты попробуйте немножко ее подержать, усиливая, прокачивая. А что будет, если вы так и будете жить, так и хотите. Ох. А мне? А вы ко мне скажите, кстати, чтобы мне там, как бы меня вот так вот раскрыть, что со мной сделать будет. Прям подыши, подыши. А? Куда еще? Куда-то есть, куда. Что, не осмеливаетесь смотреть? Дыхни пару раз. Надо торопеть. Дыхни пару раз. Дыхни больше, скажи. Дыхни пару раз, чем как? Проявить. Так? Да. Где добавить? Вот здесь. Вот здесь, да? Так? Можешь расслабить колени, побалансировать. Часть. Вот эта часть, чтобы задвигалась, да. Расширилась, раскрыла, да, что? Пошла. Вдохновение вверх. Раскрыть свои паруса везде, в стороны. Так, а что у нас с автономией? Все отлично. С диафрагмой. Снизу оживляем. Все, немножко оживились. Видео есть, да? Вот, хорошо. И то, что мы рассказали немножко, маленькие простые упражнения, приводящие в себя иногда в контексте работы с клиентом, иногда с группой, иногда даже с собой. Кенгуру – это когда вам придется присогнуть колени, вспомнить про структуру автономии. Уже в этих упражнениях вы привыкаете ступни не в стороны, а параллельно. Ощущение физически, даже как будто бы носки даже в стороны. Но вы смотрите, нет, они параллельны. И при этом развести бедра, попробовать, двигается ли ваш таз свободно, или вот так вот. Это, я имею в виду именно вот так. Можно вспомнить еще, сделать неприличное дыхание, движение прямо глядя на кого-нибудь, с отдохом. Как оно оживит вообще? То все двигается, да? О, молодцы, все. При этом и вы чувствуете, вот как вот эта часть может оттопыривать попу, создавая напряжение здесь, а может разгрузить ее, перераспределив напряжение по телу. Между этим нет никаких пределов, границ. Некоторые вспомнят, как мы оживляли структуры воли. Намеренность, крепость, целеустремленность, упираясь хорошенечко в землю, растопыривая пальцы, особенно шевеля большим, попробуйте им отвести, растопырить пальцы на ногах и сделать вот такое вот, чтобы легче почувствовать ступни и заземлиться. Поставив ступни, лучше не так широко, развести колени. При этом напряжение стаза уходит в ноги, и самое и больше всего напряжение в бедрах, особенно в области галифе. Прямо развести колени, как будто бы вы на коне, и как будто вы еще как ковбой расталкиваете других ковбоев вокруг на конях. Можно представить себе, что вы разрываете под собой коврик, чуть-чуть на ребро ступни. И еще, вдохнув так, чтобы диафрагма наполнилась, вы выпрямитесь, глядя на других волевым взглядом. И голова отсюда переходит сюда. И вы проверяете, может ли вы ее в силе, в крепости, но с расслабленной шеей. И теперь уже можно вспомнить кенгуру, прекрасный образ, когда вы на хвост опираетесь, и вам становится легче. Вот такой, у вас такой стульчик, который вы с собой носите, как гражданин с табуреткой из мультика. Вот, вы на него сели, и вы чувствуете, о, так удобней. Хоть и бедра напряглись, но как-то так удобней.
Пробуйте ощутить и вспомните вот этот образ, что кенгуру может опереться на хвост и даже задними лапами биться. Можете ли вы так сесть на свой хвост, он где-то там продолжение позвоночника, и вам так прикольно так. Какая-то дополнительная моя сила? Топор. Ну, это как этот образ помогает найти вот то положение, в котором он говорит, о, нормалек, мне так комфортно, с напряженными ногами, но комфортно. Нет, ты на спину валишься, а хвост вниз идет. Это вот, вот ваш позвоночник переходит в хвост. Это не отдельная палка, это ваш позвоночник превращается в хвост. И вы на него садитесь. И вот это движение сразу же реализуется легче. Вы чувствуете, если вам некомфортно, скорее всего, вы так заваливаетесь. А хвост идет из копчика вниз. А если колени раздвигаешь, то напрягаются не бедра, а ягодицы. Попробуй вот это вот поймать это движение. Ну ты слишком далеко его раздвинул. До сюда достаточно. Движение должно быть, да? Вот здесь. Ага. Ну, у меня здесь. Нет, вот, потому что у тебя ступни вот так, а колени внутрь. Раздвигаем. А вы коня держите ступнями, а эти самые, но не вперед наклоняешься, выпрямляешься, и при этом придется сделать вот так. Опереться. И этот самый, вот этого, так видно, туда, ага, хорошо, булыжник против часовой стрелки, или булыжник оружие пролетариата. Не то, чтобы я любил пролетариата, совсем наоборот, но уже очень хорошо вспоминается. Я беру тяжелый булыжник и, понимая о том, что нужно выбрать хорошо заземлиться, спасибо помощникам. Вот если вы согнетесь здесь, вы согнете спину. Поэтому нужно приседать хорошенько. А каждый взял свой булыжник вот так. И так, чтобы его вот так вот принять, чтобы поясница не надорвалась. Вот, и мы его, ага, раз все взяли, мы по очереди передаем. И передаю. Давай свой, туда, ей, давай свой, ты передавай его. Вот так вот не указан будет. Держи. И пробуйте, сколько мышц вы подключите, включая даже тазовое дно. Смотрите, чтобы грыжу не получить. Вот видите, как может спина сорваться. Вот так, блин. Глядя на других, кстати, очень прикольно увидеть, чего делать не нужно. Не, можете уже отдать булыжник, уже оставить. Достаточно просто активировать. Что, не донесли до тебя? Я им сказал. Да причем? Бросай, я уже устал. Вот, главное, чтобы включились мышцы. Изменились ли ощущения в заземлении, центрировании, распределении в ногах? Чувствуются ли ноги лучше, легче ли на них нормально спружинить такое? Проверяете еще, дыхание может облегчиться. То, что... В глазах ясность. Вот. Парадоксальная вот эта вещь, да, вот заземляю здесь, а ясность здесь. И только на языке телесной терапии логика проясняется. Центрирование можно как-то эффективно, быстро использовать, как так, как мы делали с наклоном, только проще. Когда вы пробуете, именно через позвоночник, вы пробуете посегментарно каждый позвонок успеть согнуть, ну, скорее расслабить, отпустить мышцы, которые помогают сгибаться поэтапно в каждом позвонке. И ваши руки и голова будут висеть уже сверху. То, что мы хотели, там, когда лоуна делали. Колени полусогнуты, да? Да. И назад постарайтесь тоже по позвонку. Прочувствовать каждый позвонок. На самом деле цель не физуха, а почувствовать. Внимание здесь особо важно. Намного важнее самого правильного исполнения. Чтобы почувствовали чуть ли не каждый позвонок. Лучше дышать.
примериться к ощущениям в ступнях, ногах, во всем теле, изменилось ли что-то, легче ли быть в контакте, дышать в контакте. Есть еще прикольно, я люблю этот вариант, это когда вот вы проворачиваете каждый позвонок вот таким образом, как будто вот два позвонка так стоят, видно, да? И вот вы делаете вот так вот, грубо говоря. Трансляция. Кофебок. Как она? Трансляция. Сгибание, разгибание, ротация, трансляция. Ага. Ок, вы узнаете название. А вы дышите при этом? Нет. Честно? Руки не напрягаем. О, захрустело. Хорошо жить. Согласен? Или как поддерживаю? О, блин. Извините. Там где есть вопросы? У меня, например, поясница может чувствоваться такое смещение, трепетание, хрустение. Вот и узнаем. Биологический возраст каждого. Это не я был бы трикстер. Некоторые делают так, но немножко лучше делать именно вот так вот. Так ты сейчас для шеи или для... Для всего, для каждого позвонка. Так это надо уровень, который ты шевелишь. Это одновременно или сигми? Не, по одному позвонку. То есть проворачиваешь верхний, потом под ним, потом под ним. Понятно, я не могу их разделить, но я делаю акцент, чтобы почувствовать каждый. Почую кожу. Почувствовать каждый по возможности. Чувствуете, как изменились ощущения в теле? Жар. Дрова. Энергия. Живи. Ага. Хоть на линии пошло. Дышим. И немножко, наверное, этих самых парных ресурсных упражнений, и взбодримся, и они вам могут пригодиться. Так, давай-ка включим, выключим, чтобы отдельные сегменты были.